сразу бежит? Да, конечно. Кстати, выстрела твоего вообще не слышно. Мне все слышно было? Тебя не слышно, шайтан. Понял, я в воде. Выстрела, говорю, с мамы вообще не слышно. Я слышал. Переплыл. Убил одного. Справа от пожарки. Край города. Как туда будем? Вплавь или по мосту? Вплавь, не перейдем. Наши пулеметчики, надеюсь, нас прикроют. Пожар. Еще одного убил. Южная часть этого городка. Это по нам, походу. Юг. Блять, ГП что? Я пойду в этот белый дом перебегу быстренько, бело-синий. Сейчас, по-моему, здание было, я будто прям не сильно далеко, мне кажется. Юг близко очень. Может, ярче живой еще? Убил. На юге нет, у нас в городе. Там еще один пикает. Здание двухэтажное, песочное, второй этаж такой проломленный. Стрелил его. Я давай сижу. Я за тобой.
Грег, ты там живой? Да-да-да, я говорю, Казан, походу его убил, он сейчас идет. Труба тут есть. Блин, самая высокая многоэтажка где-то сидит, сука. Фекер живой? Фекера убили, походу. Шайтан? Что? Кто-то рядом выстрел получил. Фекера убили, надо сбег делать. Мне гре накидают. Назад, 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 назад. Техника наша сзади по мосту едет, если что. Да-да. А кто работал сейчас? Это противник по нам. Сейчас дам метки. С юга от меня похоже. Где-то вот моя синяя, может даже ближе. Убил там двоих в этой многоэтажке. Возможно, 300. Еще метку поставил на крыше. Что за здание? Длинное здание с павильонами, там два гаража. Многоэтажку бы эту запушить. Предпоследний этаж, слева комнаты. Лежат два 300-х, СВДшник и КО. Все, не успели. Жалко, куда бы не сказали, правда. Направо? Сейчас, подожди. Мы сейчас заезжаем и да, и направо, направо. Вот тут. Куда? Прямо проезжай. По дороге там будет. Ехай, ехай. Налево пара, потом направо наш. А тут после здания сейчас будет. Вот он, да? Вот он. Ага, давай.
здесь высадка будет? Ну, метров 200 перед нами высадка. Можно тут прям встать. В домик зайдем, по лапу. Блять! Живые есть? Вижу, вижу тебя. Затаскиваю Вейкера в коровник. Софу ищите, Софу ищите, если она живая. Вижу, вижу, вижу. Все? Ты встал? Актер нашел, нет? Кого? Софи. Остальных? Все. Айдара, менту. Ты вроде живые, нет? Нет, без пульса. Они шевелятся, по-моему. Делаю, делаю, делаю. Живой, живой, живой. Живая, живая, живая. Заматывайте резче. Пугает, смотрите, живая. Утаскиваю. Сейчас попробуем. Крюк, ты чё, я дарту бросил. Ой, я могу кровь ей залить, могу кровь залить. Лью. Кровь зашла, адреналин даю. Один адреналин в одну руку, второй по вторую. Кровь, ты какую ходишь? Уже туда и туда. Огромная полупотеря, но кровь установится сейчас так. Айдар, ты уже. Все, отлично. Я кровь еще раз. Готовимся. Мы в тайминге стоим, времен. Сейчас контакт может быть, да? Что-то ездит у нас. Машина впереди. 220. Мрап. Враг, враг, враг. Круга. Убивайте, убивайте. Блядь, ранен. Поближе, поближе бы, ЛГшечка.
отлично. Сзади еще вторая машина, вторая машина. Где вторая? Где вторая машина еще раз? Зам, понял. 300. Ну, сгоревшего? Нет, который актер сейчас добивает. У сгоревшего двое минус. Я в труп в один стрельнула на всякий случай. Да, вижу. Могу убить, но могу не палить. Канара, подождем, он лежит. А он работает по нашей. Может, этой бемкой попробовать убить выигрывая закрыт. Но далековато. Все равно услышит. Прям наших там убивает, но сидит. По-моему, к нам качет. Если к нам ходить, я попробую по ней работать. Если отработают актеру, шайтан стреляет туда. Ну, я... Так, в нашу сторону смотрит на севере. Политика, почему всех шайтан пропал? Он уже упал с окурку. Пока не видим. Убрал там троих в западе от триггера. Так, я попробую посмотреть, разрушить. Все, блядь, хорош. Понял. Наш стрелял все. Я стреляю. Хорош. Хорош. Так, враг бежит по дороге, 240 на нас. Далеко? По тебе? Убил. Хилис 240 на дороге, Челбер. Угу. Мрак.
Палец по тебе? Я сверху. Да мы только что кинули, от меня зима 300 на север. Да. Я пойду посмотрю, что там. Где ГРУ? 50, и к тебе потом приду. Блин, давай, подходи его, я не могу здесь. Погнали. Смотрюсь. Да, мы же... Деление, а вы можно на вас метку автольную? Вообще, на спасибо, если как минимум два спасибо. Еще в север нет, но может быть, ТШК, назад, назад, назад! Я посмотрю. Где она стоит? Камни 230. Так, у авангарды контакт, но с ДШК с М2. Ой, Ландак с М2. Наведи конкретней, сейчас зажму им туда. Принято, воюйте. Их отсюда не видно, да? А тогда здесь? Что там? Со стороны вашей оттуда прилетело. Сейчас посмотрим его. Ожидаем пока тут, короче. О, по нам. С дворца, кажется. Живой? Кажется, ранили. Давай. Хватай его. Сейчас зарядили, сейчас зарядили. Наверное, давай. Супер. Все, стели его тут быстрее завяжем. Броник снял. Торс бинтуя. Отделение на запрашивает санитара, как закончите помощь моста на метку санитара. Так, а вы тоже поставили метку на мезика, как сводить? Нужна будет помощь. Здесь вся кромка города занята противником. Вся северо-восточная. Ну так тогда отойдите еще северо-восточнее, потому что наша МКшка отобрала. У вас же есть МКшки, они охуенные. Мы можем отойти, тут раненые просто. Про тебя знают, уходи оттуда. Я не могу на выходе, короче, убить Серкова и... другого нет. Понял. А я на втором этаже. Откуда примерно со стройки стреляют, не поймешь? Где-то 260-270.
Я по нему. Где? Двухэтажный дом 240 с гаражом. Еще дом на 200 с антенной, большой такой, с крышей широкой, тоже пех. По замку работают, по замку работают. Леры, почему с вашей метки по нам 75 убивали? По тебе? Да, по замке, все осталось в раке. Софа, ты в доме, да? Не могу, меня расстреляют. Да. Убил противника. По замке? Броник, кстати, тебя, Айдар. Между домами, в востоке, близко тебе. Давай, медик подъехал. Подъехал кто? Медики? Подъехали медики. Сейчас к нам подойдет человек. Ставил желтую метку на замке раненые. Там двое раненых лежит без сознания. Софья, справа тебе, на улице. Выйти спасти их не могу, СМК. Принято, сейчас на замок проверим. Давай, давай, давай. Сразу направо, сразу направо. Ага. И к медикам. Пошли, пошли. Сейчас сознание в Питере. Метка актуально желтая, на них двое лежат, вроде еще живы. Давай, вперед, влево, сюда. Блин. Ты ранен, нет? Метка под обстрелом находится. Ё-моё. Да я еще часть перемотаю. 65-й, у вас же в конце есть? Живы, здоровы. Сейчас Софу притащу, тут все хреново. В смысле? Все, все, все нормально. Нашел медиков, Айдарыч? О, да, нашел, они меня вылечили, я строю. Где они? А, вижу, Хаммер, да? Сов, прыгай в Хаммер. Привет, у меня, да, мне давай 4. Повторяю, давай 4. Синоптик еще тебе привез. Где враг был? Враг был повсюду. Вся кромка города занята врагом. В том числе наша. Поставила метку, которую близко. Смотри, вот ты сейчас на своей актуальной. Думаю, еще дальше севернее взять. Да, ёпта, сейчас это... По тебе тоже? Да. Ушел? На связи. У нас это на контакте с запада, юго-запада, близко к вам, походу. Вот вы, походу, и подстрелили Айдара у нас. Кого подстрелили? Нашего человека. На дымах, да, у вас в контакте? Сейчас уточню. Точно на этой метке, да? АВ, нет, нет, не мы по вам работали. У вас с запада, северо-запада может быть противник. У нас близкий контакт, но... Метка мое отделение, которое есть. АВ Шайтан. Примерно сюда. Да, МК-15 сейчас отрабатывает триггер и метки. Терминал, может, там на крыше. Только что отработал, только что туда прилет был. В доме рядом с тобой сейчас. Ответили, да, замка, идем на замке, добили. Сейчас, сейчас отпущу. Принято, двигайте, говорю. Да-да, нас двое осталось. К-19 раз начал работать по тригану.
Давай тогда бери броник, Айдарыч. Ты помнишь, где тебя ранили, да? В доме вот тут на юге. И в тачку прыгаем, валим отсюда. Вот броник, да. Сейчас на месте желтый. Попая в ранке. На какой еще раз? Желтая метка, Папайя, крест. Там враг сидит в доме. Ну, мы тут сидим все. По мне только что ГП шло. Вот звук ГП — это враг. Ну, спасибо. У нас никто не ГП. ГП на мечети сидит. Визуально его видел из машин. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.